Привет, народ! Добро пожаловать на Киберок ТВ. У нас тут с Бэйном приключение. Враг прибывает. Вот. Смотрите, там где-то вторжение происходит. Мы сейчас туда побежим, если успеем. Первый этап начался. Перекресток. Ну, я подожду пока Бэйна. Не знаю, успеем или нет. Так, я начал запись, собственно. Короче, смотри, где я. В Кабистане я. Я в Кабистане. Да-да-да. Я видел. Сейчас. И я, короче, туда поехал, раз уж такое дело, ты догоняй. Это у нас где-то, ну, короче, по дороге едешь от Кабистана. Блин, уже защищают без меня перекрёсток, сволочи. Подождать не могут. Северные степи, ого, на небе такие... Бандура, еще какой-то корабль или что это? Не понимаю. Да-да-да, это я так понял, что это какой-то корабль или что-то такое. Я точно не понял, но вроде да. Так, кто там, блин, все защищает? Уже 73% защита. 78%. Подписку я пока не оплатил, так что мы на кросс-сервере. Мы, как бы, я 20 уровня. Ликвидируйте угрозу легиона для чего-то там. Так, и какую угрозу я должен ликвидировать? Надо, наверное, на место приехать, ровно на место. Здесь угрозы пока никакой нету. Блин, какая красота, прикольно. Да-да-да, я только сама представляю, как там сражаются и Орда, и Альянс, потому что вроде как там только для Орды были. И они нападают на какой-то город. Но у меня тоже показывается, что... А еще тут какой-то босс 45-го левела, наверное, мощный. Так. Ну и кто... Мне поможет, нет? Кажется, я сейчас получу вообще. Да. Ну, мочим говнюков. Что это за твари? Лейтенант Визерот. Ой, по мне мочит. Но не сильно, вроде бы. Или сильно? Ой, как сильно-то мочит. Не-не-не. Опа, и как убили. Блин, а. Валим нафиг. Тебя вальнули. Надо. Мне надо жить. Срочно нужно жить. Так. Блин. Так, и что мне сожрать? Впервые жалею, что у меня нет аптечек. Вниз. Здоровье. Собственно, объясняю ситуацию. Киберок ведет атаку, там этот самый, соответственно, бой в северных степях. У перекрестка я слабо представляю, как это происходит, потому что по-моему, там еще и Орда есть. Да, наверное, типа ПВЕ вся фигня. Ага. А, ну там ПВЕ сервер, типа, точно. Я к тебе пришел на ПВЕ сервер, точно. Блин, вот, у меня вообще пипец КП нету. Надо выйти из боя. А как выйти из боя? Нужно подойти Стальгор. Икс, отойди от мобов и Z понажимай. Слишком далеко. Так, надо подойти поближе, чтобы стрельнуть напоследок. Хоть разочек. Так. Что здесь есть такой плен змеюс, который торгует всякой фигней. Лечилочки, лечилочки. Где мне взять лечилочку? Когда она надо, ее нет. Личиночка. Восполнение маны. Нафиг мне ваша мана. Сейчас мы на азарте поедем на... Мана, опять мана. В центр, ну, ладно. Потому что 93% третьей стадии, значит, в четвертой сейчас высадится босс. Все наружника пойдут его валить. Я уже делал, далеко. Кстати, на ПТР-сервере. Ты уже пришел? Нет? Слишком далеко. Я нет, я к тебе сейчас подамся только. Мне надо тут босса завалить сейчас будет. Ага. И потом я попробую до тебя добраться. Ну, короче, мы в разных местах с тобой отбиваем вторжение, да? Разделились. Да, 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 да. У вас остались нераспределенные очки талантов. Этот мир принадлежит легиону. Смертные будут уничтожены. Вот так вот. Короче, они в шести местах сейчас нападают, как вообще. Я выжил. Все, вышвырнем их вон. Так. Блин, сколько народу, ёпрсоте. Жесть. Вот она, повелительница демонов. Это в третьей стадии просто дохрена все на одного босса пойдут. Так, и куда все сейчас... Подожди, у нас тут сейчас дохрена всего вокруг появилось. И куда мне? За кем мне идти? Эй, отойди от меня. Ой, на меня нападают. Какой-то
Мертвый пес. Я с вами, пацаны. У меня нет цели. Почему таких ивентов не делают постоянно? Объясните мне. А это вот именно как... Так это же круто. Нет, это круто, да. Ты представляешь, вот вспомнишь, что ты качался в западном краю? Ага. Там где-то Ванесса Ван Клифф, эти бандосы. Короче, вот там сейчас вторжение такое. Причем для 20 уровней там... Это 20 уровень, как бы, вот еще слов. Теперь представь, человек в первый раз заходит в игру, например, ты. Вот так вот качается, а тут такая хрень начинается. Причем он в ней спокойно участвует, его не сразу убивают. Ну, это ж охрененно же было бы. Вот. Как бы люблю за так, я не совсем понимаю, мы что? Здесь, где нужно, убиваем, или все-таки нужно ехать вот по этим местам? Ровно в центр не обязательно, в той локации, но сейчас-то где нужно. Просто ищи этих демонов и вали их. Нет, ты не понимаешь, я открыл карту, здесь полно разных мест, подсвеченных зеленым. А именно то место, где я нахожусь, оно не подсвечено. Не обязательно туда идти, просто можешь демонов... О, во, мы убили. Дон Марок, вторжение завершено, окей. Отлично. 11 тысяч опыта, но мне... И большой сундук легиона. Мурадин Бронзобород говорит, славная битва воины, Стальгород не забудет вашу доблесть на поле боя. Так, соответственно, сундук легиона большой. Мне дали еще один шлем, который у меня уже есть. И... У меня нет цели. Осколок пустоты 10 штук. Ладно, сейчас попробую добраться до товарища Киберка. Киберка. Так, а ты у нас кто? Какие-то NPC. И, соответственно... Аргримарский рубака. Прикольно. Прикольно. Это тамошняя охрана. Лежники называют. Ну, пока что они зеленые для меня. Кстати, я вчера снял серию по Хардстоун, это уже для моего канала. Коня я, соответственно, выбил, как можете видеть. О, не, подожди, там что-то есть. Еще один был. Короче, вообще с неба спускается зеленых... какой-то луч, и там какой-то... О, блин, а какой босс. Есть, там очень много... Прямо там из Варкрафта третьего свалился. Там, кстати, сквернобот есть. С третьего Варкрафта свалился. Что теперь будет? Нам хана. Ой, ой. Мне хана, все, жопа. Ой, он прям на нас идет. Слушай, слушай, блин, я не смогу до тебя добраться. Так, третий этап. Мне вообще использовать скиллы или просто по нему стрелять? Вряд ли на него действуют мои навыки, да? Ну фиг знает. Ну умирает он быстро. Вот я теперь жалею, что я не могу карту... Тьфу ты, карту, блин. Откатить вид подальше. Подальше, ну... Потому что я босса не вижу, он не вылазит. На максимальном. Он не вылазит. Сейчас вообще, да, это проблема, когда, блин, на пол экрана... Надо отойти подальше. Жопа какого-то босса. Блин, я слишком меня далеко. У меня вон макрос есть сейчас. Развалился, бедняга. Его нельзя. Почему-то у меня все значки серые. Все. Пойдемте сгоняем вот туда. Я хочу глянуть, что там. Офигеть, так тут же тоже какие-то боссы. Увидишь на моем видео. Здесь какой-то портал. О, и тут кто-то один убивает. Ну, я тебе помогу, друг. Так. Муар, костерушитель. Блин, так, красиво. Так, телефон, не, Близзарды по-любому должны сделать эту фигню постоянной. Нет, так это как, блин, постоянно демоны, это не сюжетно, хотя... Вот, ну пусть добавляет новый контент, ёпрста. А здесь вот тоже убить первый этап. Всех. Убить всех? Кого, где? Кого убить? Блин... Не, слушай, до тебя мне, наверное, не добраться. Ты кто такой? Ну ладно, давайте тогда отразим атаку здесь. А потом, может... Ну, соответственно, просто вот копчики зашли, нам написали. Что-то происходит. Стенделя. Одна штука разрушилась. Так, поможем убить вот это вот.
карателя. Ой-ой-ой, он еще на меня бежит. Не. Драпаем. Давай за мной. Холм. Гони за мной. Кто-то горит, человек горит. Вот он сгорел. От огня скверно. Лови. Почему такие? У меня не работают. Мое животное сдохло. Это очень печально. Двуручное оружие ближнего боя требуется. У меня в руке топор. Мне нужна цель. Есть, мы его загасили. Так, так. Где мой питомец? Давайте мы его оживим. Так. Ну вы там уже убили своего босса или кого там? Мы, да. Во, наконец стали доступны. Блин. Блин, я так понимаю, нам нужно вот там вот все поубивать. Или я что-то... Или можно вообще ничего не делать, а просто стоять. И задание засчитается, да? Короче, я понял, да? Почему у меня скиллы не работали. У меня в руке была пасхальная корзинка с пасхальными яйцами. А должна быть, должен быть топор, меч, что-то такое. Тут такие, конечно, фразы, товарищи командующие. За нами наша земля. Так, пытаемся убить. Пытаемся убить эти кристаллы. Защищенный кристалл скверный. Что будет, когда я его разрушу? Вот это вот уже разрушили. Он как бы поломан, но он продолжает существовать. Что же будет? Так, давайте-ка подлечим нашего питомца. У меня нет цели. Отличник. А почему этот не разрушился? Вообще, потом тебе стоит после ивента добраться до Штормграда. То есть, пока я тут... У тебя, наверное, будет последний этап, у меня еще третий. Ты попытайся добраться до Штормграда. Там, короче, тоже тема происходит. А, вот здоровье. Надо здесь позвонить. Здоровье показывает, а здесь почему-то здоровье уже вышло. Странно. Мне нужна цель. Есть, уничтожили. Мы вдвоем уничтожили этот портал. Ой! Меня накрыло зеленой пылью. Офигеть. Давайте отбежим. Что происходит? Я уничтожил портал. Я не зря жил. Ну, еще я и еще кто-то. Подожди, а ты кто такой? Лев какой-то. Отлично, отражение легиона, третий этап. Так, а здесь полно всего. А что такое? Извергатель пламени скверный. Какой, конечно, эпик просто. Вот как оно было в первом вторжении, да? Это ж было первое вторжение легиона Это вот сейчас. В третьем Варкрафте. Подожди, в третьем Варкрафте. Ну, Варкрафт, нет, смотри, который... World of Warcraft — это то, что происходит сейчас. Это как бы Warcraft 3 уже был. Я и говорю, там же первое было вторжение, да? Там вроде тогда был. Там этот самый только. Не так маленький. Я тебе помогу, дружище. Ой, почему я танкую? У меня нет цели. Готово. Так, что у нас тут вообще есть? Давайте посмотрим. Тут тоже какая-то цитадель вторженцев. Интересная. Я смогу ее завалить, нет? Блин, я чувствую, что здесь я не потяну. Один. Почему-то люди как-то пассивно. Люди себя как-то пассивно ведут. Здесь столько всего, но они просто стоят там на перекрестке, ничего не делают. Ну некоторые, да, может такое. Тут некоторые тоже воздух висят. Вот только.
Я еще какой-то пацанчик, бегаем тут. Так, мы, короче, разрушили портал тоже. Блин, какой корабль. О, давайте от первого лица хотя бы взглянем. Нет. Или это просто крестин? Служитель боли. Класс. Что, сражайся вместе? Наверное. Так, ладно, тебя я трогать не буду. Поехали обратно в деревню. Вот, у меня, короче, теперь, там сейчас можешь поискать, есть на карте некоторые прислужники. Вот я себе нашел такого. Они как бы напуганные стоят, ты их как бы надушевите. О! Штормградский грифон. О, вылечили. Лети, птичка. Последний этап. Смерть повелителю демонов. И где он? Наши бессмертные армии не заклинатель сейчас пламени поможем. Вератик. Давай, за альянс! О, нашли его. Перекресток. Демона такой перекресток. Ему, как мы поступаем с захватчиками. Демон перекрестка? Там, кстати, танки должны быть. Можешь поискать. Мы валим эту. Только дубника. Они, наверное, ордынские, так что сесть, наверное, не сможешь. Малганус. Там Малганус? Не. Вератикс какой-то. Просто ассоциация. Дети на улице. Умри, засранец. Он еще всех поливает своими ауешками. Вот всегда хотел бы в открытом мире на вот этих машинах покататься, блин, просто в таких танках. Ну что ж, это первый глобальный босс, с которым мне удалось повоевать. А, кстати, да, я-то думал, это будет хрен знает на каком левеле. Я-то надеялся, я уже убью какого-нибудь лича. Ну вот, считай, убил какого-нибудь, какого-то, блин, ну, демона важного. Демона перекрестка, да? Не, не демона перекрестка. Так он же на перекрестке. Он демон, и он на перекрестке. Демон легиона. Значит, с ним не договориться. Звучит, конечно, так. Значит, с ним не договориться. Он не даст мне миллион долларов взамен на мою душу. На лича-то сходить еще не скоро сможешь. Блин, вот жаль, не могу карту откатить. Вот только от первого лица могу на него посмотреть. Так, ой, надо помочь нашим. Ой-ой-ой, он мне снес хп. Блин, а надо сваливать. Это ну, же подойди, жопа. Подойди. Покинуть тело. Ёпрсоте. И где я? Как далеко? А не очень далеко. Вроде бы. Да садись давай, быстрее, быстрее, давай. Быстрее. Как снова это он по мне так ударил-то, сволочь. Ох, надо быть поаккуратнее. Так а почему лекари меня не лечат? Наверное, потому что я не в группе, да? Что-то хилки, бинты, наверное. Да, одеяние боевого лекаря. Да сдохни ты, тварь. Лечит текущую цель. Сейчас я себя увеличил. Ой-ой-ой, волну огня поймал. Есть! Достижение северной степи. У меня северной два степи. Маленьких сундука легиона. Надо их открыть. Победа. Противостояние легиону. Победа за нами. Круто. Страшное еще. Так, 81% нужно собираться и тащиться ближе к сторожевому холму. Так, и что мне дали за этот клиент? Ничего. У тебя в инвентаре есть сундук легиона. Смотри, о! Штанишки какие-то выпали. Круче моих, наверное, сейчас посмотрим. Да, круче моих. Да, ловкость, да, выносливость, скорость, искусство. Там вообще должны офигеть. Поножи из колец скверны. Да. И еще то самое. Скажи мне. И еще что-то. Длинный лук адской ярости. О, тебе оружие вообще зашлось. Так, и еще какой-то малый сундук легиона. Открываем. Ботинки выпали. Класс. Ботинки. Да-да-да. Вот, теперь когда шмотки налутал, беги, короче, в Штормград.
Подожди, я хочу еще поучаствовать в таком вторжении. А. Надо же выбить и вверх еще. А, у вас что, там не последний этап, что ли? Я не понял, а почему я умер? А, ясно, деревня уже стала вражеской для меня. Ну, как бы да. Печалька. Вот, слушай, тогда это самое... Так а как я к своему телу-то вернусь? Ну, да... Так, вот это, кстати, интересный вопрос. В общем, как сможешь, доберись, короче, до территории Альянса, то есть до западных вот этот королевств, до восточных королевств. Меня больше заботит, как я к своему трупу подберусь, если он в деревне, в которой меня сразу же убьют. Ну это как бы да. Так, что у меня там в инвентаре еще? Там, по-моему, кроме ботинок еще что-то выпало. Или нет? Или не выпало? Ладно, пофиг. Блин, ну это круто! А, могу, нет? Могу воскреситься. Так. Принять и бегом отсюда. Блин, а... Черт. Как-то не доработали эту систему. В этом плане, да. Ну кто же знал, что ты будешь, блин, бороться с легионом на вражеской территории? Фух. Ну так какая разница, вражеская, не вражеская, земля-то на всех одна. Азерот-то на всех один. Ну да. Так, ну я немножко подбежал к выходу. Нихрена себе, она завалила тут просто до хренища. Так, нужно найти еще одно вторжение, потому что нужно выбить вверх, по-любому. Так это, иди ко мне. Принять, уходим. Мы тут вместе сможем, так. Фух. Фух, удрал. Так. Смотрите, какой у меня лук. Офигенский лук. Я просто кайфую. Так, ботинки вверх и... Ой, ботинки, штаны и еще вверх нужно выбить, по-любому. Так, и где ты? Куда мне? Я в Восточное Королевство, добирайся. И что там? Вторжение, и надо бы посетить столицу. Там, короче, забавная хрень происходит. Ну, сейчас. Друзья, эта серия, наверное, будет длинная. Сегодня такой день. Ну, в такое как бы и должно быть, по сути. Это как бы ивент, это знаешь, такие... Я имею в виду на часа два, наверное, да? Да ты чё, какие часа два? Ну, пока я доберусь туда, пока еще кого убьем. Фиг знает вообще, как бы побыстрее. Я уже поломал свои шмотки просто дико, так что после этого босса нужно по-любому лететь в столицу. Угу. Так. Кабистан. Что интересно, меня даже эти самые вражеские персонажи не нападали. Да, или здесь не PvP сервер, тут не могут попасть. Как бы твой PvE, мой PvP, при этом, ну по логике я перешел на твой. Ага. В Штормграде мы друг друга видеть не будем. А, понятно. Ты вообще на другом сервере, что ли? Как бы да, но как бы мы можем друг друга увидеть, но не в Штормграде. Так, мне на лодку нужно. Мне нужно корабль. Вперед, возвращаемся на Восточное Королевство. Заодно шмотки налутаешь. Так, давайте глянем, как я выгляжу теперь. Ну, в принципе, ботиночки так неплохо, вроде бы обрели кое-какую текстурку. А то было похоже, как будто вся одежда нарисована на моем теле. Не, ну реально, вот посмотрите, мой верх, он просто нарисован на моей груди. Как будто татуировку набили такую. Вообще вот этот сет, знаешь, был прикол такой. 20-го левела и 40-го как-то слишком кажется. Я, знаешь, иногда на YouTube увлекаюсь такой фигней, которая называется... Ну, американцы называют это пранками. У нас это называлось раньше скрытая камера, вот. Знаешь такую фигню? На улице, короче, подстерегаешь кого-нибудь и начинаешь над ним стебаться. Не видел никогда. По-моему, даже передача такая была. Или ты отошел, или ты кнопку не нажал. Короче, Бэйн, походу, отошел. Ну, вы поняли, о чем я. Вот, американцы там на свою тему, на свой лад это делают. И был прикол там такой. Короче, одной девушке нарисовали одежду
на теле. И она голая шла по улице. И никто не замечал, потому что нарисовано было офигеть как круто. Там реально казалось, что на ней джинсы, хотя она полностью голая была. Это было прикольно. Забавно. Так. Ты где, Бэйн? Тёма? Как бы тут. Ты слышал, что я говорил? Или ты да. Ну, ладно. Отходил, но слышал. Вот так. Куда мне сейчас? Я прибыл в этот самый пиратскую бухту. Так, ну давай в Штормград. Окей. Штормград, так Штормград. Правда, далековато будет лететь. Но мы, походу, успешно отражаем вторжение, да? Ну, как бы пока да. А как оно по сюжету планируется? Мы отражаем вторжение, и здесь остаются остатки легиона, которые потом надо будет убить. Как бы мы на расколотые острова должны вторгнуться. Прикольный лук. Он, наверное, тоже с левелом прокачивается, да? А вот это я не знаю, если честно. Где-то тут должен стоять грифоний чувачок, а я не помню где. Точнее, вроде бы где-то тут. Нет, не тут. Продавец клинков. А ты кто? Блин, я забыл. Так, у меня тут человек-сосед проснулся. Сосед обыкновенный, так что вы, возможно, слышите шумы. Вообще как вот тут какая-то книжечка лежит. Ладно, я не буду, короче, это читать, потом почитаем как-нибудь. Мне нужно найти, где у нас тут грифоний чувак. Ты что ли грифоний чувак? Время, деньги, друг. Нет. Что вам угодно? Блин, а где же грифоний? Где-то внизу, что ли? Он там наверху. Так отсюда я видел, только что взлетал грифона. Блин, не понимаю. Так, вперед. Вперед. Там что ли? Блин, надо выше подниматься. Эх. Ненавижу пиратскую бухту за то, что здесь эти лабиринты непонятные. Ну, кстати, да. Так, еще выше. Еще выше. А как я еще выше заберусь? Объясните мне. Или где-то тут можно пройти. А, да, можно. Круто. Это ты у нас? Пивка не хочешь? Гном, ты знаешь, как долго я тебя искал? Чего хорош? Сволочи, блин, заныкались. На самой крыше. Хотя грифоном там и место, да? Ну, почти. Так, ну я, короче, лечу в Штормград, но это будет долго, походу. Окей. Так, а где у нас тут еще вторжение? А тут еще вторжения начались. Смотри, вторжение легиона Западный край. Можем туда сразу отправиться. Оно там только что закончилось. А, тогда вторжение легиона Дунмарок. Дунмароги. Или Хилсбрат. Хилсбрат. Наверное, в Дунмарок. Окей. Ну, я уже в Штормград. А если я нажму сойти, то где я сойду? На ближайшей станции. Не надо лучше. Так, может, я сойду и дальше полечу в этот самый Дунмарок? Не? Видимо, глупость спросил. Точнее, сморозил. Так, что у нас тут? Так, ботиночки давайте вообще выкинем. Блин, а.
чё ж такого выкинуть-то? Чё ж такого выкинуть? Вот это, наверное, выкинем. Надо место освободить. Под дроп. Ох, эти леса зеленые, как круто это смотрится. Блин, и глаз отвык. Даже прослезился маленько от этих цветов. Реально, тут все зелено, а там в этом самом, в Калимдоре там все юг. Как сено. На сено похоже. Да-да-да, жарко. Все высохло, высушилось. Вот. Ну там тоже есть прикольные локации. Вот почему там таурены поселились. Там полно сена. Прерии. Вот чавкают. Или это лошади чавкают сено, да? У тауренов стартовая локация красивая. Угу. У меня телек слышно, да? Да нет, ничего не слышно. В ТС-ке ничего не слышно. Пока ты что-то не скажешь. Ну, это понятно. Блин, думал взять лук и с лука пострелять по количу по мобам, но нельзя. Очень жаль. Помню, когда малым был, херней страдал. В смысле? Из водяных пистолетов с окна стрелял. Знаешь, там сидят всякие мужички на лавочке, а ты вылазишь, стрельнул и скрылся, спрятался. Я тоже, с 8 этажа. Не, с 8 там рассеивается. Так, короче, подожди, куда это? Мы едем в Дунмарок, да? Летим. Мы едем в Штормград. Подожди, я в Штормграде, нам же нужно легион убивать. Погоди. Как я тебя вижу? Не знаю, а где ты? Может, потому что мы в одной группе, ты меня и видишь. Так что, едем в Дунмарок? Не, погоди. Осталось времени, 1 час 6 минут. До чего? Смотри. Куда? Я тебя не вижу. Куда смотреть? Вылези оттуда. Откуда? Из этой штуки. Где грифон? Ну. Вон, ты меня видишь. Ага, вижу. Вот это ты? На букву Э кто-то. Да. Эпсель. Так, ну пошли, короче, убивать регион. Вот, смотри, вестница Рока. Круто. И как что дела? С ней? Листовку получил у нее. Возьму букет. Конец близок. Не хочешь взять букет? Счастлив. Так я уже брал эту фигню. А, да? Ты прочитал, да? А я уже не помню. Ты про демоны книжку говорил, сказал, что вовсе не враги, как нам попытались внушить все это время. Они лишь хотят выжечь нечестивость, в которой погрязли лидеры как Орды, так и Альянса. Те-то, понятно, хотят, чтобы мы думали иначе. Они хотят, чтобы мы сражались против демонов и помогли им сохранить за собой их трон и титулы. Не идите за них насмерть. Что-то она не то тут агитирует. Почему ее еще не обезглавили на гильотине? А тут разное. Они призывают и города разрушать, и предлагают варианты спасения. Варианты спасения. Типа садись на дирижабль. Возвращение к героям бесплодной земли. По приказу его королевского высочества короля Андуина Рина всем годным к службе гражданам Альянса надлежит явиться к Геку Выхлюпу, в часовню последней надежды, что в восточных чумных землях. От вас требуется оценить ущерб, нанесенный смертокрылом, а также разведать место дислокации сил Орды в бесплодных землях. В обмен на вашу помощь Гек согласился доставить вас на ракете в бесплодные земли. Что это за задание такое? Воззвание героям. У тебя оно есть? У меня? Ну вот. А это каждое. Это с каждым левелом такое.
А, понятно. Смотри, смотри, осколки. Какие осколки? Я тут никого не... Я в толпе никого не вижу. Точнее, я вижу всех, но никого. Парадокс. Смотри. Куда смотреть? Сейчас, погоди. Ребят, он говорит мне смотри, но здесь полно всех, всего. Так, я тебя не вижу. Я, короче, у фонтана стою. Короче, я сделаю так. А, понятно, ты на монстра сел, да? Я, да, чтоб ты меня видел. Ну и что? Что я должен короче, видеть? Давай за мной. Давай. Они, короче, отстроили этот самый парк. Какой парк? Ну, тут раньше был парк, его разрушил смертный край. А-а-а. Ну, веди. И вот они вместо него сейчас построили вот такую фигню, еще покажу. А это что такое? Ваша цель не состоит в группе. Это тюрьма Штурмграда. Ага. Вон, смотри. Класс. Можно, кстати, заскринить. Так. Ну, не знаю. Нет. Заскринить не хочу. Вот это вот. Потому что этого не будет больше в игре никогда. Чего именно? Здесь подготовили место. Вот здесь вот изменят его. Можно пока заскриниться, пока есть. Ну, видео записано, так что. Не зачем скринить. Ну, вообще, да. Так, ну погнали легион убивать. Давай. Нам опять на Грифона, да? Подожди, а как отсюда выбраться? За мной иди. Нет, это ты за мной иди. Окей. Так ты победил троих, да? Я победил двоих. А почему? Плюс на ПТР сервере, плюс вчера. Ну тогда получается 4. Угу. А что за там у них еще какой-то ПТР сервер есть? Тестовый. И что, там все карты доступны? Там халява. Ёпроста, я мучился. Без подписки можно играть. Хотя не особо я мучился, я вообще даже колод не составлял, я просто стандартный. А, блин, я думал ты про боссов, я не про Хардстоун, я про Варкрафт. А я про Хардстоун. Окей. Значит, там нет ПТР-сервера, да? Там хз. Встретиться с тобой большая честь. Так, мы куда летим? В Коронос, что под Дунмарогом. Ну, в Дунмароге под Стальгорном. Короче, Стальгорн, Дунмарог, да? Да. Или в Коронос. В Коронос, туда, да? Туда. Куда туда? Я два места назвал. В Коронос, короче, в как Коронос. Ты сказал. Игра вылетела. Элвинский лес, ворота Штормграда. А где дракон? Здесь был дракон. Фиг знает. Ну-ка скажи что-нибудь. Говорю, у тебя игра вылетела? Да. Херово. Да вообще, мог еще интернет. Так, это ты за мной летишь, нет? Колдун. Я вылетел. А, нет, это не ты за мной летишь. Так. Мы, походу, опять долго будем лететь на этом грифоне. А я хочу скорее уничтожить демонов. И новую шмоточку получить. Блин, это же халява. Тебе могут такую же дать, кстати. И это что, сегодня последний день, да? Сегодня нет, еще до 30-го. Еще до 30-го, да? Так что, ребята, если хотите поучаствовать до 30-го, не забудьте оплатить подписочку. Не обязательно, на 20-м левеле можно. А, ну да, можно на 20-м левеле. Хотя, может, там шмотки будут более хреновые. Не? Ну как, они не прокачиваются, наверное, они все равно потом на трансмог пойдут. Да, чтоб я еще понимал этот трансмог. Это сейчас они классные. Так. О!
Я заспавнился прямо тут, там, куда летел, без всяких загрузок. Ну, это не самый, наверное, суперский шмот в игре, но это лучше, чем был у меня. Так что... Я тебя обогнал каким-то образом. Тебе кажется? Да не, просто заспавнился здесь. Блин, сколько за мной грифонов летит, это пипец. Раз, два, три, четыре. Ну, всего четыре. И я пятый. Караван грифонов. Дунмарок. Как еще раз это называется? О, первый этап. А то есть я уже участвую, да? Не убивая мобов, просто находясь в этой локации. Да. Круто. Что-то у меня здесь нет вторжения. А у меня есть. Первый этап обороны Караноса. Может, на твоем сервере нету вторжения там? Да фиг знает. Ну, иди за мной тогда. Может, увидишь вторжение, когда придем. Так, меня опять куда-то развернуло. Не понять куда. Это нормально. Грифоны любят летать, как... Не знаю кто. Что-то как-то странно это вторжение происходит. Повсеместно. В Варкрафте 3 там не так было, по-моему, да? Там где-то в одном месте они вторглись. Ну, вроде бы. Хотя не уверен, ого. Держитесь, братья и сестры! Держитесь, братья и сестры! За нами Азерот. Ну что, есть у тебя? Нет, что-то нету мне. Ты что, не видишь, сколько людей сейчас здесь валит? У меня нет цели. А, нет. Мне нужна цель. А видишь, как я валю? У меня нет цели. Нет. А меня вообще видишь? Нет. Мне нужна цель. Так может тебе группу дать, ты же это самое? Мы, ну, наверное, раз в день. Сейчас тебя приглашу. Я не в группе. Или ты в группе? Ты в группе. Еще раз попробую. Я попробую. Ой, по мне ударили. Больно. Раз в группу. Ну что значит раз в день? Я уже второй раз участвую. А, во-во-во. Ну ты в другом месте был. У меня нет цели. Мне нужна цель. Красота. Убьем их всех, я согласен. Валим гандонов. Так, у меня сдохла обезьяна. Мартышка, ты где? У вас новые навыки. Блин, я пока не знаю, что брать, забыл посмотреть. Ладно, посмотрю пока что, пока все дерутся. Продлевает время действия духа геопарда. Не, не надо. На 3 секунды. Ух, как много. Критические удары ваших способностей с вероятностью 10% мгновенно завершают оставшееся время восстановления отрыва. Отрыв. Дух... Ой, огонек. Отрыв. Где у меня отрыв? Вот отрыв. Понятно, не надо. После использования способности отрыв с вас снимаются все затрудняющие передвижения эффекты, и ваша скорость передвижения повышается на 60%. Ну вот это, наверное, покруче будет. Пока что. Для ПВЕ. Не знаю, как это для ПВП. У меня нет цели. Мне нужна цель. На тебе цели. Блин, FPS упал до 23. Столько народу. Третий этап. Оставляйте камни на камне. Уничтожьте всех смертных. Уничтожьте всех смертных. Возжигатель чего? Рассредоточиться. О, рассредоточиться. У тебя третий этап сейчас, нет? Да. Смотри, открой карту. Видишь, тут полно всего вокруг. Да, это я знаю. Так погнали, короче, вон туда, на север. Короче, за мной погнали. Так, надо развернуться.
За мной, вперед. Будем выполнять эти фишки. Не знаю, как это назвать. Ну, ты где? О, я с тобой, чувак. Давай, убиваем. Так, я стартанул. А я вот случайно затанковал. У меня память кончилась, пришлось оперативно что-то делать. Ой. Не смей по мне бить. Ой, он по мне как смальнул. Хотя меня вылечили. Слава богу. Они все прибывают. А вы бейте их на земле! На карте глянь, где я. Ага, вижу. Ой. Короче, нужно мелочь убить, а то он мешает. У меня нет. Сдохни, цели. Тварь. Лучше так. Ща помогу. Мне нужна цель. Мы тут возле портала всех валим, не даем им сойти на землю, создать плацдарм. У меня нет цели. Не дадим создать врагу плацдарм, друзья. Так. Потише. Так, я тут. И меня лечат, это хорошо. Это хорошо, что меня лечат. У меня нет цели. Какой-то лук. Так, ну что дальше? О, нужно кристаллы убивать, да. Чтобы разрушить это место. Готово. Бежим. Отлично. Сейчас пыль. Отлично. Ударная волна меня оттолкнула от эпицентра. У меня нет, я слишком тяжелый. Так, дальше, на следующую едем. Здесь, кстати, рядом что-то есть. Давай убивать. А ну сдохни. Отличненько. Так, садимся. Вот тут вот. Что у нас тут? Это танки. Это ж наши танки. Да, можешь сесть, если хочешь. Механотанк, это ты? Ну вот этот вот паучок, это я. Механотанк написано. Зачистили. Так. Садимся. Там слева, видишь, на карте? Слева от нас. Полно всего. Погнали. Да-да-да. Давай-давай. Потом надо будет вернуться в деревню, да? Чтобы босса убить. Да-да-да. Потом, когда третий этап закончится. Так, а туда как-то далековато ехать. Может, просто в деревне подождать? Ну, давай хотя бы по пути зачистим маленько. Ща. Вот этих вот ребят. Смотри. Нифига себе, какой ты скоростной. А что там внутри? Не знаю, мы его уничтожим. Кристалл. Бабах. Блин, а туда можно зайти и что-то сделать. Я хочу туда зайти. А там кристалл был, но сломать надо. Да, погнали быстрее к следующему. Надо исцелить барана. Нужно же поучаствовать. Смотри, баран валяется, надо его исцелить. Да пофиг на этот баран. А он свой или... Он свой. Он? Короче, убиваем. Вперед. К кристаллу. Заходим, друзья. А что внутри? А внутри ничего, кроме кристалла.
А ну-ка я попробую здесь остаться, что будет? Скорее всего он просто попадет, а ты останешься на месте. Нет, меня вышвырнуло. А, ну. Эй, не тронь мою обезьяну. И меня не тронь. У меня нет цели. Так, моей... Надо к деревне возвращаться. Надо? Ну ладно, погнали. Там блин, еще, какая же классная войнушка. По-любому, таких вот ивентов нужно почаще. Вообще было бы неплохо. Не, знаешь, чем это круто? Тем, что пол сервера в этом всем участвует, наверное, или больше. Да. Взаимодействие. Я почему тебе в классику предлагал попробовать? Это реально, я уже как-то заскучал от этих постоянно, от этого постоянно гринда, блин. Да. Ну вообще да, это надоедается. Так, нам вообще, а где этот город? Я что-то забыл. Забыл куда. Ну, за мной едь. Каран нас, все, я вижу. Последний этап. Ага. И где он? В центре сейчас появится. Погибни! Ага, это у нас возжигатель Азрутейль. О, здорово. Главное, чтобы не убил в этот раз. Так быстро валим, 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 валим. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, бежим, 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 бежим. Еще раз топили. Черт. Слишком далеко. Как он по мне втопил? Я что, согрел его на себя? Моя обезьянка пока жива. А я вот полумертвый. А, мне хана. Хана, куда его завели? Так, и где? Довольно близко, нормально. Бежим, бежим, бежим. Мне нужна шмоточка. Я должен выбить верх. Слишком далеко. Опять я в АОЕ его попал. Надо как-то поаккуратней. Ждем, пока откатится. Нормально. Пока закончится. Черт, меня еще замедлило что-то непонятное. Он еще тебя свиншотить может. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, смотри, какая фигня. Что это? Да-да-да-да-да. Взрывоопасная херня. Так и называется. Надо ее валить, а то сейчас взорвется. Блин, взорвалась. Черт. Быстрее, быстрее, быстрее возвращаемся. А еще что мне нравится, тут есть всякая техника, с которой можно взаимодействовать. 9 секунд надо ждать, пока будет возможность принять воскрешение. Ну давай, блин, сейчас, валим. Сейчас у меня там, знаешь, сколько у меня хп осталось? 157. Вижу. Красота. Есть, его убили. Достижение глубины черного гора Дунмарок. Стальгорн не забудет вашу доблесть на поле боя. Стальгорн не забудет нашу доблесть. Гномы, вы такие забавные. Так, и что нам дали? Ох, у меня инвентарь переполнен, надеюсь. Так, давай, короче, выкидывать. Выкидываем. И арбалет выкинем. Я не против повыкидывать всякое. Перчаточки дали. Осколок пустоты какой-то еще. Перчаточки — это хорошо. Блин, а верх пока не дали, что ли? Блин, низ опять. Вот, я и говорю, раньше повторяться будут. Блин, ну перчатки хотя бы дали. А кстати, этот не лучше моего. Круто, 33 золота стоит, нифига себе. Бедные волки и кабаны лежат все дохлые. Так, короче, нужно еще куда-то, где есть легион. Я, кстати, смог остаться в этой штуке. А, не, меня высадили. Нужно еще куда-то, где есть легион. Так, ну, давай посмотрим. Давай. У меня еще есть легион Хилсбард. Хилсбрат. А, он там есть, но мне туда не попасть. И мне, наверное, тоже. А есть еще западный край.
Ну, в принципе, можно слетать. Давай. Так, а где у нас грифоны-то? Грифоны, где тут? Сейчас. Сундучок легиона уже не падает, чё? Так, ну перчатки выбил, осталось сверх. Но хотя бы 150, а сколько? Так, и куда там? Береги себя. Сейчас можно будет себе прикупить пета. Вторжение западный край. А куда именно? Там полно всего. В сторожевой холм. Сторожевой холм? Окей. Как настроение? Так, западный край. А у меня что-то нету сторожевого холма. Есть, есть. Должен быть. Там долго тусил. Хм. У тебя даже по истории открывается там полет. Блин, я вижу только западный край, сумеречный лес, тернистая долина. Так ты что перечисляешь, что там сторожевый холм, западный край, сторожевой холм? А, просто лечу в западный край. Да. Понятно, я думал, там куда, там есть грифон. С названием «Сторожевой холм». Ну как бы, да. Так. Эх. Не, по-любому верх надо обязательно выбить, а то как-то некрасиво получится. Ну, вообще, сверху да. Нарисованный шмот. У меня сейчас одна булава, кстати, выпала, это тоже хорошо. Так, у меня чаек закончился. Сейчас надо будет пойти заварить новый. Ну, это серия в лайф режиме. Не в лайф. Хотя можно было. Можно было постримить. Не, у тебя это как серия, потому что это сюжет, это вторжение легиона, вся фигня. Угу. Ну, у меня как-то будет там пометочка, типа, это лайф. А, тлеющие плюс ущелья. У меня шумов много сейчас. О, так сколько у меня левела выросло, ёпрсте. И либо два, либо три сразу. Ну, там прилично. Это вторжение, офигеть. Офигеть, скоро 50-й будет. Да. Блин, по-любому буду участвовать, нафиг все эти данжи, буду участвовать во вторжениях. Ой, сейчас Вэлвин, знаешь, так улетел после этих выжженных земель легиона, такая... Алтарь бурь. Чую, здесь тоже какое-то задание. У алтаря бурь. Вот что нужно именно Близзардам сделать, чтобы Вовку вернулись люди, это продолжать эту тему. Бесконечно. И караваны игроков будут колесить по... Избавить цену на новое дополнение. Вовке. 2000 рублей стоит. Все их игры столько стоят, так что нормально для Близзардов. Не, Дренуар стоил 800 рублей. Не знаю, может вначале он стоил 2000? А, нет, я предзаказ даже делал. Может цены выросли только потому, что у вас там что-то с рублем? Нет, они не они выросли в, и в долларах. То есть Близа запросили больше за дополнение снова. И как бы рубль тут может тоже причем, но там в основном именно вот Близы захотели больше. Ну да, мне не нравится, что Близзарды берут деньги за то, что они Вовку модернизируют. Фигня это полная. Лучше бы они новую Вовку сделали. World of Warcraft 2. С крутой боевкой, чтобы я на PvP мог ходить. Такое возможно после Warcraft 4. И насладиться PvP. Так. Ну, старик же сделали. После первого старика. Хотя на это ушло 10 лет. Вовка создавалась на движке Warcraft 3. Хотя даже больше, наверное, 10. И выглядело весьма забавно. Старик первый, он же в 98-м году вышел, нет? Я не помню. Раньше. Да, короче, они второй старик делали больше 10 лет.
Некоторым, кстати, не нравится, что я вот так вот дергаю камеру, вожу ее по кругу. О, первый этап. Это хорошо. Так, сейчас мы еще что-нибудь выбьем. Так, и нужно почистить инвентарь. Выкидываем эту фигню. Удалить. В 94-м Minecraft первый вышел. И вот эту тоже фигню выкидываем. Так, и что у нас тут? У меня просто мощный моб. Мне нужна цель. Пригласить тебя опять? Я не могу атаковать. Ты, у тебя есть, да, этап? Да. Приглашай. У меня нет цели. Сейчас. Но. Отличненько. Да, кстати, друзья, кто не в курсе, мы с Бэйном продолжаем прохождение за нежить, так что заходите, смотрите. Заглядывайте, смотрите, да. Уже вполне нормально бежала. Кто это вообще? Какие-то дьявольские существа. Мне нужна цель. Нет, не нужна тебе цель. Вот то же самое сейчас сказал. Пошли к той пачке, смотри, сколько их там. Какой? Где? Ты, короче, беги, а я за тобой. Ага, вижу. Блин, и такие разнообразные монстры. Это да. Еще и разные боссы. Да, ну Blizzard, конечно, хоть и доит свою Вовку уже миллион лет. Они умеют. Да, они умеют ее доить. У меня нет цели. Они хорошо ее делают, чтобы было кого доить, да? Они поддерживают линейка, чуть ослабла вот в популярности именно из-за того, что я не поддерживаю. За Азерот. Маршал Гриан Камнегриф. По-моему, с этим маршалом Грианом я разговаривал как-то по заданию. Вполне возможно. Этих самых братья справедливости, нет? Вот не знаю. А, это да-да-да, он и есть. Не рубанул просто сначала. Второй этап. Ну, сейчас надо будет ездить, да? По округе. Валить всякое. Защищайте холм! Защищаете гол, смотри, дракоша. Идем дракона убивать. Баль какой-то там. Ты кто? Бальнозот. Идем убивать Бальнозар, Бальнозота. Наверное. Ага, Бальнозот. Слишком далеко. Не дай его не разобрать. О, черт, ауе. Выходим быстро, быстро, быстро. Черт, чуть не сдох. Тянуть меня не можешь? Нету чем? Я не. Черт, у меня опять сдох пипет. А, ё-моё, так он еще и не здесь. Хреново, что я не сразу ауешку заменяю. Замечаю. Когда она появляется. Вон чуваки в ауешке стоят. Молодцы. Опять валим. Успел. Мне нужна цель. Завалили говнюка. Отлично. Красавцы. Как будто бы здоровый рейд вот к этому миру. Так это и есть шикарно. Здоровый рейд. Это самый здоровый рейд, наверное. Ой, это что за фигня? Командир, повелитель, чего? Скверный угроз. Тоже чувак из третьего варика. Не помню, правда, как там его звали. Их много с похожими именами. Помнишь этих? Кости грызы, господи.
Короче, типа, мы убиваем уже 14-го за последнюю неделю. Легион не пройдет. Вертолеты летают. Парни, валим. Смотрите, какие АОЕшки. Не АОЕшки, а скиллы идут. Так, давайте я тебе помогу. Господи, куда они его ведут? В крепость. Умри, тварь. Третий этап пройден. Ваши королевства погибнут на ваших глазах. Так, короче, сейчас по округе разбегаемся, да? Быстрее! Пошли на значок черепа. Вычистим заразу! Пошли на значок черепа. Давай. Короче, беги за мной. Бегу. В ту сторону. Хочу знать, что там. Значки с черепа, это, наверное, с кибердоботы рядом. Ну, сейчас посмотрим. Калзрум. Это какой-то калзрум, тоже босс. Валим его. Там еще скверноботы гуляют. Так, у меня опять спец сдох. А я все время забываю за ним следить. А, черт. Мне страшно. А чего вдруг новое вторжение началось? Что там случилось такого? Ну, просто демонам что-то не понравилось, они расшились в сторону. Вот так, да? Или медит снова их впустил, не? Хотя медит легион не впускал, он впустил орков. Легион шагает по, как бы, по мирам и разрушает. Так, идем на следующий череп. Боссов мне больше нравится убивать. Кого? Боссов мне больше нравится убивать, так что идем на следующий череп. Сейчас бы скверный бота встретить. Ух ты, какая махина. Чудовище из бездны. Офигеть. Круто. Так, по мне шмаляют с небес. Сволочи. Охренеть, здесь еще такие есть. Думал, только пора... скрыт на боты. Пора возрождать инквизицию. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, отойдите от меня. Ты тут рядом со мной, нет? А то тут на меня напали. Сейчас ржака произошла, ладно. Кристалл нахрен начать надо. Так, ладно, давай-ка я помогу этим ребятам. Сдохни, тварь. Все, я возьму кристалл. И ты сдохни. И ты тоже. Смотри, чудовище из бездны. Пошли, вольнем его. Давай, только помоги мне сначала. Ты мне помоги, я сам сейчас сдохну. Да блин, умри. Красавцы. Еще один демон. Боевой маг. Эридар. Боевой маг Эридар. Круто. Вон. Видишь, махину здоровую. Давай, пошли. У меня нет цели. Демоны повсюду. Давай, отходись. Мы хотим пробиться к Штормграду. Конечно, не дадим. Ты что? Мы, я думаю, его не завалим. Хотя фиг с ним. Давай пробовать. Здоровенный нужно какой. Подойти поближе. Еще поближе подойти, я и так слишком близко подошел. Черт, я еще и танкую. Ё-моё. Нет! Блин, половину хп мне снял. Переагрил. Так, убивай мелочь. Убивай мелочь. Элементали, короче, валим первым. Черт, меня стебет. Так. Готов. Меня убили.
Ничего страшного. А, кстати, здесь нет каких-то свитков воскрешения, чтобы воскресить? У тебя нет. Я знаю, кстати, что у меня нет. Я вообще, в принципе, можно где-то купить? Не достаю. Вообще, свиток воскрешения, это немножко не то, что ты понимаешь. Ну, ладно. Вообще, воскресить меня, Хантом, ну... Массовое воскрешение в гильдии есть. Мне нужна Его цель. Можно к одному человеку. Мне нужна цель. Отлично, убили. Мы молодцы. Так, куда дальше? Потихоньку подтягивайся назад к холму. Ой, слушай, тут еще один босс заспавнился, так что я останусь здесь. Сторожевой холм. Акзурек, типа того Мальтазара. Так, давай-ка убьем тебя, дружище. Мне нужна цель. Смотри. Блин, стоп, опять мой зверь сдох. Все время он дохнет. Какого хрена? Так, воскресили. Ладно, я, короче, уже буду в городе ждать. Будем тут убивать потихонечку. Давай, давай. Сейчас поможешь. А мне интересно, как здесь дроп рассчитывается. Просто рандом или от клада зависит? Рандом. Тут примерно как на шране, но в принципе там еще нет. А ну отвали от меня. У меня нет цели. Отвали. Мне нужна цель. Так, за каждого убитого... дается большой опыт довольно-таки. Сейчас найдется этот самый начнется. Так что этих мобов нужно убивать по-любому, и боссов. За них опыт дают. Вообще как-то да. Ну мне этот опыт. У меня нет цели. Холодно, не жарко. Блин, как он растет, я просто в шоке. Уже 48 левел и уже почти 49. Ага. Отличненько. Чую 50-й возьму. Последний этап. Смерть повелителя демонов. На колени молите о пощаде. Темный кто? Ух ты! Какой прикольный герой. Точнее, демон. Она же это самая, как ее. Кто-то уже сдох сразу, на кого она закрылась. Рек. Фалорек ее зовут. Ну тут не раз подох. Темные волхва. Или как ее там. Короче, она напоминает эту расу, как ее. Которую можно создать. Ой, выходим. Так это выходим за уезд. Дриней, вот. Не достаю, слишком далеко. Это они есть? Нет, она же демон, как она может быть Дринеем? Так, мой зверь опять там маленько. Хотя не, это я подыхаю, а не мой зверь. Мой зверь-то в порядке почему-то. Так, я опять в АОЕ стою, надо убегать. Нужно подойти поближе. Нет, не нужно. Блин, какой мощный. Не достаю, слишком далеко. Ну да. Еще драпает от нас. Как-то долго убивается, это, наверное, самый сложный босс. Нет.
Мы того очень быстро убили, а этот как-то медленно дохнет. Блин, опять этого ЕСКа. Блин, могли бы хильнуть, а? Кто-нибудь. Хотя никто не видит моего ХП, да? Печалька. Печалька. Я даже на лошадь... А, не, на лошадь не могу. Задай, что я придумал. Обернись. Ага. Посидеть, просто ничего не делать, да? Да. А может, все-таки зависит от того, сколько ты... Ладно, ладно, за Альянс. За Орду. За Альянс и за Орду. За Азерот, короче. Опять, опять, валим, 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 валим. Фух. Вон, кстати, Азарт летит. Ну что, подойди поближе. Так. Ой, не то нажал. Так, воскрешаем. Не, не могу воскресить. Блин, ну сколько людей, это просто жесть. Меньше 30 FPS. А у меня тоже. Но особо не чувствую. Блин, сейчас опять умру. Ну хотя здесь все рядом, это хорошо. У меня где-то 30-ка держится. Я это АОЕ ионное никак не могу заметить вовремя. Еще ждать 15 секунд. Теперь. Ну ладно, подождем. Прикольная вещь это вторжение. Так. А чё все зависли?